Всех приветствую, Андрей из Обухова. Вот, хочу поделиться таким кратким обзором. Сегодня с дебри поднял Карпаты мопед. Ну, в общем-то, в первозданном виде. Конечно, он грязный, запыленный, много лет простоял. Мотор V501M стоит. Вот, такой вот общий вид. В оригинале весь, нетронутый временем, можно сказать так. Хранился в гараже, но кое-где там подкапывал, вот здесь вот немножко. Пробег на нем всего лишь, фокусируйся, 166 километров. Вот он, обратный пробег. Зеркало, конечно, жаль, печально разбито, но что сделаешь, следы хранения. Вот. Мопед полностью в родне, даже резиночки передние не потресканы. Вот оригинальный мотор, я уже говорил, с ножным переключением передач V501M, крашеные крышки у него. Вот здесь уже шел не хром, а какая-то специальная краска, обода покрашенные. Вот. Вот, что здесь? Ну, довольно, да, для восстановления состояния нового, это вообще просто экземпляр. Просто. Он, конечно, и будет восстановлен. Вот, извиняюсь, он будет восстановлен. Вот. И будет продаваться. Но когда это будет и за сколько, ну, знаю, что дорого. Вот, поэтому если будут желающие, так сказать, как потенциальные клиенты, пожалуйста, можете изъявить желание и написать мне. Но сразу говорю, не теряйте время, значит, мопед будет дорогим. Ну вон, по нему видно, он вообще без пробега практически. Что такое 166 километров? Вон все резинки, пупырышки на нем, колесо. Ух ты, даже колесо накачанное. Ничего себе, переднее. И переднее накачано. Ну, может быть, хозяин накачал перед тем, как я приехал покупать. Может, он подумал, что раз спущенный будет, я не куплю. Я купил его. И не дешево, ребята. Но взял я этот мопед. Потому что в нем никто не ковырялся вообще.